Приветствую всех, с вами Ольга и проект Elite InfoBiz. Обзор будет на экономическую онлайн-игру «Монополист». Это игра, где каждый желающий может купить себе бизнес разного уровня и получать с этого доход. Игра стартовала 31 октября 2022 года. Хочу предупредить, что данный проект является финансовой пирамидой и не стоит рассчитывать на его стабильную работу, так как проект может закрыться в любой момент, а вы потеряете все вложенные деньги. Данный обзор является лишь информационным материалом, и мы не призываем никого вкладывать свои деньги. Всегда следите за комментариями к ролику, чтобы понимать, какой у проекта статус на данный момент времени. И никогда не вкладывайте в проекты, по которым еще нет обратной связи или проект уже перестал платить. Еще раз проговорю, что данные вложения являются высокорисковыми, а если вы хотите более надежные методы для заработка, изучайте соответствующий раздел нашего блога и выбирайте их. В данном проекте есть три уровня бизнеса, в которые можно инвестировать свои деньги. Депозиты все открываются на 24 часа. Первый уровень под 116%. Начисление прибыли происходит в конце. Инвестировать можно от 10 до 500 рублей. Инвестируя по первому уровню 100 рублей, выведем мы через сутки 116 рублей. Во втором уровне доходность 120%, начисление прибыли также в конце, инвестировать можно от 501 рубля до 2000 рублей. Инвестируя 1000, через сутки мы выведем 1200 рублей. И в бизнесе третьего уровня доходность составляет 125%, а начисление прибыли происходит каждые 3 часа. Инвестировать в данный бизнес можно от 2001 рубля до 1 миллиона рублей. Инвестируя 5000, выведем мы через сутки 6250 рублей. Для того, чтобы сделать инвестиции, необходимо будет пройти регистрацию. При регистрации указываем логин, придумываем пароль, указываем электронную почту и жмем «Зарегистрироваться». Попадая в личный кабинет, мы жмем на вкладку «Купить бизнес». Далее выбираем бизнес определенного уровня, в который мы хотим инвестировать, например, первый. Выбираем платежную систему Payeer, Яндекс.Деньги или пополняем в криптовалюте. Вводим сумму для инвестирования и жмем «Купить». Для того, чтобы вывести денежные средства, мы открываем вкладку «Заказать выплату». Выбираем платежную систему, указываем сумму, минимально можно выводить от 10 рублей, все зависит от электронной платежной системы, и делаем заявку на вывод средств. Мы в данный проект вложили 10 рублей под 116% на 24 часа. Проверим вывод. Вы статус можете посмотреть в нашем телеграм-канале или ниже данного ролика в комментариях. Еще раз повторюсь, что проект является хайпом и рассчитывать на его стабильную работу не нужно, так как проект может закрыться в любой момент, а вы потеряете все вложенные деньги. Вкладывать что-либо в подобные сайты – это огромный риск. Данный обзор является лишь информационным материалом, и мы не призываем никого вкладывать свои деньги. Всегда следите за комментариями к ролику или за нашим телеграм-каналом, на который следует подписаться. Ставьте лайк, если обзор был вам полезен. Присылайте проекты, которые вы хотели бы проверить. Мы обязательно все протестируем. С вами была Ольга, проект Elite InfoBiz. Всем пока!